Поздравления с Новым годом по хиджре. Неизвестно, чтобы это пришло от праведных предшественников. Поэтому его оставление это первое. Однако, если человек поздравляет другого человека с тем, что этот год тот провел в покорности Аллаху, или всю свою жизнь он посвятил покорности Аллаху, то в этом нет проблем. Потому что лучшие из людей те, кто посвятил свою жизнь благим делам. Однако, если это поздравление связано с годом по хиджре. А что касается поздравления с Новым годом по христианскому календарю, то это запрещено, так как это не относится к шариатскому году. Напротив, это поздравление неверующих с их праздниками. И человек находится в великой опасности, поздравляя их с праздниками неверия. Потому что поздравление неверующих с праздником происходит только по собственной воле и удовлетворенности этими праздниками. А удовлетворенность и довольство и согласие с их праздниками может вывести человека из ислама, как сказал об этом Ибн Аль-Кайм в своих книгах.